истинная свобода, которую дает парламентаризм, она движется также и на тесной связи федеральных депутатов и местных депутатов. Поэтому, если говорить обо мне, то я хочу сказать, что самой важной проблемой сейчас для меня, как представителя федерального центра, федерального парламента, является установление тесной, плодотворной связи с депутатами местного уровня. Это поселковые советы, это районные советы, это собрание малых городов. Уважаемые земляки, уважаемые жители республики, от всей души разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, а мы попытаемся и будем стараться принимать те законы, которые сейчас крайне необходимы для того, чтобы наша страна осталась сильной, единой и процветающей.